Привет! Вы на канале Мирослав ТВ, и сегодня видео снимаю опять я, потому что Мирослав в саду, правильно. Вот. Мирослав пошел в сад и попросил меня снять без него видео, а вечером, может, мы тоже выпустим видео на его самоделку. Итак, давайте же посмотрим на мою самоделку. Я ее делала сама, самоделка. Самоделка. Так, здесь у нас три локации. Но прежде чем мы сейчас начнем, я хочу передать приветы. Я хочу сначала передать привет моей лучшей подружке Ирине Тарасенко. Приветик! И Каленову Владиславу. Привет! Они мои лучшие друзья. Учатся все вместе со мной. И у них, у каждого есть свой канал. У Владислава канал Gimmed Art. Заходите, подписывайтесь. А у Иры Котик Тарасенко. Тоже заходите и подписывайтесь. Так, давайте же посмотрим нашу первую самоделочку мою. Это радио, как бы, управление. Я не знаю, как оно на самом деле называется, так что пишите в комментариях, но я буду называть пока что так. Здесь у нас есть колонка. Блин, она оторвалась. Ладно, короче, здесь есть колонка. Вот, такая вот прикольная. И такая вот здесь вот впереди наклеечка с дисками разными. В общем. И здесь у нас уже стойка, там, где управляем. Всем управляют. Здесь у нас разные кнопочки какие-то. Не знаю, красная кнопка, черная кнопка. Выключатель, включатель. Вот. Тоже такие вот кнопочки показаны. Насколько громко музыка играет. А здесь у нас диск. Диск, который можно куда-нибудь поставить. И он будет играть какую-то музыку, и она будет передаваться в колонки, и мы устроим вечеринку. Ва-ха-ха-ха-ха. Вот такая вот у меня прикольненькая самоделочка получилась. Итак, теперь большая самоделка. А ты баты шли солдаты, а ты баты на базар. А ты баты школу купили, а ты баты самовар. Так, самовар. Кстати, считалочка про еду. И у нас самоделочка про еду, потому что это... Даю 3 секунды подумать. Раз, два, три. Правильно, это пиццерия. Напоминаю, это самоделка. Так, здесь у нас... в роли девочки Эмма. Она в очень красивом наряде. Фартучки. В темно-розовой юбочке и в белой рубашке. Также у нее есть бантик и туфельки красивые. Ну, в общем, все как обычно. На первом плане у нас сразу бросается в глаза вот второй этаж. Это кафе. Ребята, это кафе. Здесь у нас есть 2 столика и 4 стула. Вон там вот лежит камера. Вот, какой-нибудь знатный гость, наверное, пришел. Начал сфотографировать. И у нас здесь есть табличка. То, что здесь продаются гамбургеры, вода и... Ну, еще там много чего, что вы увидите внутри. Вот такая вот вывеска с огнем. Это из Лего эльфов. Вот такая вот у нас кафешка. А здесь у нас прозрачные стекла, дверька с желтой ручкой и такой вот клумба, такая вот клумба с цветами. Вот. Больше здесь ничего нет. Давайте посмотрим, что внутри кафе. А внутри кафе у нас кафе. Так, сейчас я сниму второй этаж. Опа! Так, камера улетела. Ладно.
Здесь у нас есть. Очень много здесь всего есть. Давайте начнем с чего-то маленького. И это касса. Да, ребята, это касса. Здесь у нас такая коробочка для хранения денег. Здесь у нас $200. Вот, $100 и еще $100. Вот. И 5 копеек, наверное. Вот такие вот денежки здесь лежат. Вот, и касса здесь есть. Там считают, сколько ты всего там набрал. И дают то, что ты захочешь. Дальше у нас здесь есть такой вот маятник с часиками. Они показывают. Ребята, я сейчас вам дам посмотреть. Вот. Пишите в комментариях, сколько они показывают. Кто же знает, интересные часы. Кстати, пишите, сколько вам лет. Я лично научилась, определять часы вот по таким часам. Лет, наверное, в 6, либо в 7. Пишите, сколько вам лет. Так, здесь у нас... Что у нас здесь? У нас здесь очень много всего. Давайте начнем с плиты. На плите у нас жарится булочка такая вот. А здесь стоит недоготовленный бутерброд. Опа, мы дожарили. И у нас получился гамбургер. Вот такой вот прикольный. Плита на одну сковородку, которой у меня нету. Правильно. У меня нет сковородки. Поэтому она нам особо не нужна. Но ничего страшного. Так, дальше у нас здесь стоит такая вот полочка, на которой все то, что приготовилось уже, готовые заказы. И сейчас придет официант и заберет их и раздаст уже, собственно, другим людям. Так, как вы, наверное, наверняка видели на табличке, была там изображена пицца. Пожалуйста, вам пиццу, люди. Пицца – это самое лучшее. Ням-ням-ням. Ой, она такая аппетитная, я хочу ее съесть, ребята. Кто любит пиццу, пишите в комментариях. Мне кажется, все любят пиццу. Так, она хранится в такой духовке. Духовочке такой. Вот. И здесь у нас еще на этой полочке лежит список заказов, я так это понимаю. И разные краники. Там это с холодной, это с горячей водой. Так, дальше у нас здесь холодильник, в котором разные приправы лежат. И здесь приправы. Здесь терка для сыра. Кстати, там тоже есть сыр. И тесто, которое вскоре превратится в очень аппетитную пиццу. Вот. Больше здесь, особо ничего нет. Так вот, красивенько, аккуратненько, здоровско. Итак, давайте посмотрим на второй этаж. Итак, вот у нас второй этаж. Здесь у нас 4 стула и столик. Столик один под цвет стульев. А здесь он малиновый. И много вывесок разных. Красивые такие вот штучки, которые заслоняют от света вот эту вот стеклянную стену. Стену, господи, я уже сама запуталась. В общем-то, здесь все очень красивое получилось здание для меня. Если вам оно понравилось, большой лайк. Итак, пойдемте дальше. Так, а здесь у нас даю также 3 секунды подумать. 1, 2, 3. Правильно! Кто угадал, тот пишет в комментариях, что он отгадал, и ставит лайк. Так, здесь у нас правильно школа. Здесь у нас есть учительница. О, нет, учительница упала.
такая вот учительница. У нее здесь указка, которая на что-то показывает на доске. Что-то пишет, может, ей. Не знаю, как можно писать указкой, но неважно. Давайте посмотрим, что в классе у нас здесь есть. У нас есть доска. У нас есть щенок. Кажется, кому-то не поздоровится, если он сделает свои дела. Вот. Дальше у нас есть учительский стол. Здесь стоит кристаллик и какая-то жидкость. Наверное, это кабинет химии, ребята. И у нас здесь есть учительский компьютер. Дальше парты. Здесь есть две девочки, которые сидят. Анна и Ариэль. Анна молодец, она трудится, делает какой-то кристаллик, делает. Ари смотрит фотографии Эммы и Стефани. Вот. Также у них есть портфели. У Анны такая вот сумка. А у Ари более богатая сумка, в которой, мне кажется, еще $100. И каждый из них, видимо, приехал на каком-то транспорте. Вот, например, велосипед и скейтборд. Лиха! Если вам понравилась эта локация, то ставим лайк и пишем в комментариях, что школа. Если вам, соответственно, понравилось больше кафе, ставим лайк, пишем, что кафе. Так. И у нас остался последний бассейн, но он выполнен не из лего, ребята. Ничего страшного, у меня просто нет деталей из лего. Ну, как бы есть, знаете, три коробочки, но не таких, как здесь. Короче, вот. Красивенький бассейн большой, там дыря. Ну, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Владик, привет еще раз. И привет, Ира, еще раз. Ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии. Пока!